Двое из четырех пассажиров сгоревшей партизанской машины отправлены домой. Их состояние не требует экстренной помощи. Двое находятся в больнице Партизанска. Об этом рассказали сами травматологи районной клиники. Врачи согласны, что эти пациенты, трое мужчин и женщина, родились в рубашках. Все четверо поступили после того, как врезались на машине в электрические провода, до этого перелетев в магазин и остановку. В районном ГИБДД проводят проверку. По рассказам очевидцев, от участников ДТП пахло спиртным. Все они доставлены в лечебное учреждение городской больницы города Партизанска. Двоим оказана медицинская помощь амбулаторно. Двое госпитализированы в травматологическое отделение для дальнейшего лечения. Состояние на сегодняшний день их расценивается как удовлетворительное. А можно сказать, что они родились в рубашках или в бронежилетах даже? В отношении водителя возбуждено административное дело производства за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, не вписанным в полис ОСАГО, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее легкий вред здоровью потерпевшим. 33-летний водитель уже привлекался к административной ответственности. В этот раз будет наказан и владелец автомобиля за то, что посадил за руль такого водителя. Напомним, что на прошлой неделе в Партизанске произошло другое ДТП, в котором чудом обошлось без жертв. Автомобиль врезался в автобусную остановку, пострадали женщина и ребенок.